Ребят, привет всем, кто зашел на мой канал. Продолжаю делать смокер, показывать вам. Ну, крышку подогнал. Кто не в курсе, когда баллон пилишь, она немножко... Я провариваю, потом на станке немножко прогоняю. Если без станка... Если у кого нет станка, я делал вот такой вот... Наверное, это стяжка какая-то электрическая. И вот так вот скручиваешь, она сдавливает, приспособу делал раньше. Вот, кому интересно. Цепляешь, большая крышка вот сюда, маленькая вот сюда, вот я делал, вот приспособы. Крутишь, она стягивает. Вот. Сейчас у меня на станке, конечно, этого проще все. Я сейчас прокатал, почистил. Ну, не стал снимать, показывать, как полосой обвариваю. Ну, что это уже время тратит только ваше. Вот он, я подогнал, все плотненько, все чистенько, все отлично. Сейчас хочу показать, как я делаю вот этот шарниры сам. Беру гайки беру, вот, скажем, до 12, и пруток 10 гну и делаю сюда навес, вот сюда, на эти крышки. Никакие, чтобы ничего не выдумывать. Сейчас он пошел в магазин, взял вот эти длинные такие гайки и без проблем. И делаю, и привариваю. Сейчас покажу вам, как я это делаю. Кому интересно, смотрите. Вот я сделал, смотрите, гайки загнул. Вот это вот. Вот сейчас я поставлю вот так вот, таким вот образом, вот сюда. Вот. Просто чтобы она открывалась, закрывалась. Только с той стороны. Навешу дверь. Здесь осталось два уголка приварить и сделать решетки и подставку. В общем, остались мелочи. Ну и вот еще... Хочу сказать, попутно у меня появился, заказали садж сделать, сделал вот садж, сейчас надо ручки приварить будет, во. И его весь вылизать, о, и получится садж, вот такая тарелка. Так, смотрим, кому интересно, сейчас привариваю и показываю.
вот, ребят, видите, нет, можно использовать и для приготовления насадки. Тоже интересная, обалденная штука. Можно казан поставить, можно сажу поставить, можно что хочешь. Видите, из шестерки сажу получился какой. Все. Не видно, не видно. Вот. Сейчас я его полирну, потом уже хозяин маслом обработает, прокалит, все, и будет он служить верой правды многие годы. И вот я хочу показать, хотел, что раз и два. Также сюда вот такая становится пластина. Можно на ней жарить, можно сюда сковородочку поставить, кто не хочет так вот оттуда. Но у вас возможности полно. Вот. Сейчас навешиваю дверцу и начинаю делать подставку. Кому интересно, смотрите. Вот таким макаром я сейчас навешу петли. Вот петли берем.
Ребят, вот таким вот макаром переворачиваю, мне удобно делать подставку, проваливать вот здесь, шов делать, ну, под сосок место, вот здесь сосок будет стоять. Поэтому подставку, потому что раз примерил, раз этот, как сказать, подставку, чтобы делать буду, не буду снимать, потому что там квадрат два колеса, и как делаю колеса, как делаю саму подставку, как гну, все ролики есть, смотрите на канале, потому что там все до мелочей, в принципе, есть, как делать смокеры. Ну, кому интересна эта тема, поэтому смотрите, делайте, дерзайте. Всем пока.